Выставка «Арт-прорыв» открылась в конце этой недели. По традиции на Советской 54 можно увидеть произведения самых разных жанров и направлений – живопись, графика, витражи. Об этом рассказывает Анна Акуджава. Открылась 5-я юбилейная выставка-продажа «Арт-прорыв». Для ценителей искусства это отличная возможность увидеть прекрасные работы тверских художников. «Арт-прорыв» – подтверждение того, что творческое объединение «Перекресток», созданное художником Георгием Володько, это место лучших мастеров искусства нашего города. Экспозиция необыкновенных работ, представленных здесь, потрясают разнообразием. Живопись, графика, батик, куклы, витражи и многое другое. 30 лет в этом году объединению «Перекрестка». Ну и видите, выставка разнообразная, столько просто, я не знаю, ярких работ, хочется все рассматривать, и гости вот как раз их даже не поймать никого из гостей. Все смотрят на эти замечательные полотна. Выставка-продажа «Арт-прорыв» – это возможность продемонстрировать самые лучшие свои работы для тех, кто уже давно является участником, а также для новых талантов. Я представила в основном свои новые работы. Кто-то увидит свою молодость в них, кто-то вспомнит советское прошлое. Да? Нам радостно встретиться здесь, посмотреть на новые работы других авторов. Я представила на этой выставке работы в технике экспрессионизма. То есть я этот стиль очень люблю, понимаю, он очень меня откликается, и хотелось порадовать всех яркими красками. «Арт-прорыв» с каждым годом повышает свою планку, тем самым задавая отличный темп для роста творческого процесса художников. Я вот объективно говоря, вот сейчас прошел и посмотрел свежим взглядом на работы, которые висят, и я вижу, что с каждым годом уровень нашей выставки вот просто растет. В этом году вот просто-напросто спектр разных жанров, это здесь и акварель, и пастель, и вот появились скульптурные работы. То есть это говорит о том, что мы не стоим на месте, мы развиваемся. «Арт-прорыв» ждет всех желающих с 3 по 26 марта в Большом выставочном зале на Советской 54. Спешите!